Всем привет, вы на канале Дашочек Цветочек. Что будем делать? Вулкан. Вулкан? Давай попробуем. Для эксперимента возьмем 30 грамм йода кристаллического и 15 грамм алюминиевого порошка. Йод измельчим в ступке. Чем меньше размер частиц химических элементов, тем быстрее скорость реакции. Почему ты не подписан? Я вижу, у тебя красная кнопочка. Она красная. Должна быть серая. Такой, как этот порошок. Вот такая кнопочка у тебя должна быть. Добавим алюминиевый порошок и все перемешаем. Алюминий покрыт оксидной пленкой, которая его защищает. При добавлении воды к йоду образуется хоть и слабая йодоводородная кислота, но ее достаточно, чтобы растворить защитную пленку оксида алюминия. Высыпаем смесь. И добавим пару капель обычной воды. Фиолетовый цвет дыма придают пары йода. Повторим эксперимент с 20 граммами йода и 10 граммами алюминиевого порошка. Смотрите на сам вулкан. Смотрите на сам вулкан. А вот что произойдет, если добавить в расплавленный йодид алюминия в воду.